Дагестанских вольников знают во всем мире как первоклассных борцов вольного стиля. Да, это так, ведь мы видим, что растет прекрасная подпитка в лице юношей. Нужно отметить, техника исполнения приемов весьма не дурна, а желание побороть соперника выше 100 баллов. Да и как не выложиться на ковре, если за тобой наблюдают родные и еще пару строгих и беспокойных глаз тренера, который то и дело подбадривает и подсказывает своему ученику. Ведь впереди у тех, кто добьется победы, первенства России и Европы, мира в составе сборной. Кому-то удастся повторить достижения великих борцов, таких как Владимир Юмин, Загалов, Абдулбеков, Али Алиев. Победы вам, наши горцы!